Здравствуйте! Если у вас возникли какие-либо вопросы, первый вариант это, конечно, посмотреть мое видео. Там я все подробно рассказываю. Да, это в описании под видео. Ставьте лайк, подписывайтесь. Второй вариант это в официальном приложении есть гид. Ну, само собой, имя говорит. Там здесь есть ответы, кредитные истории, как можно посмотреть, одобрили ли кредит на них, как получить деньги наличными. Топ популярных вопросов, да. Мне отказали в кредит наличные, почему? Да. Каспигол, переводы, да. На каждый ответ, в каждой категории разделено. То есть, да. Например, Каспи Тревел. Каспи Тревел. Какие вопросы здесь? Топ-10 вопросов Каспи Тревел. Либо все темы о Каспи Тревел. Да. Авиабилеты. Тоже по отдельности можно. Авиабилеты. Вот, выбор авиабилета. Оплата, возврат. Дополнительная услуга. Топ-10 вопросов, да, как воспользоваться ваучером, почему мне отказали возврат в авиабилеты, как оформить возврат, при покупке Каспи Голд на Каспи Тревел не будет начисляться бонус, да, во время акции вы получаете, во время акции же, да, мне будет отказали в авиабилеты, я хочу оформить возврат в авиабилеты, ну, и так далее. Короче, можно посмотреть, да. Почему бы не смотреть? Так, еще у нас что за вопросы? Так, Каспи Мапс, Каспи Терминал и так далее. Подпишитесь, ставьте лайк.